Приговор специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 11 декабря 2012 года в отношении Челахова Вячеслава Валерьевича оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвоката Старшина без удовлетворения. Косяки. Я не знаю, как это назвать, потому что если у нас такие эксперты, извините меня, это можно всю экспертизу взять и выкинуть в помойку.